Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Honor 20E изменить язык клавиатуры. Для начала переходим в настройки. Затем в раздел «Система», «Язык и ввод», клавиатура Swift Key, затем «Многоязычная». И здесь можем добавлять языки. Есть у нас раздел с предустановленными языками, есть у нас раздел со всеми языками, которые нам, конечно же, придется сначала скачать с интернета. Давайте, например, скачаем греческий. И теперь у нас есть добавленный еще греческий язык. Давайте попробуем написать что-нибудь на нем. И как видите, оп, можем так вот менять язык, свайпая по пробелу. И здесь у меня появилась греческая раскладка. Так вот, такие дела. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.